Ну давай. Найдешь где смотреть или ссылку скинуть? Ссылку. Всем привет. Сейчас мы, значит, будем продолжать сюжетную миссию, которую все так долго ждали. Так, а чё ты сидишь? Крепче стали, моя броня, если чё. Но на часть меня теперь, ну да. Спасибо. Привет. Привет, всё. Теперь я уверенно бегу, куда нужно. Или нет. Что у меня есть. Ненужного. Нужно продать пару цветочков, которые у меня по некоторому стечению обстоятельств появились, которыми я никогда не воспользуюсь. И я купил комплект быстрого перемещения. Золотой, но он фиолетовый. Короче, бесконечное время можно перемещаться. Ну, то есть количество раз. Все. Погнали. Ну, вот Александр тоже хотел посмотреть. Я его обломал, сказал, что звука не будет, потому что я в наушниках играю. Поэтому у меня теперь больше зрителей. Это такой ход конем, так сказать, чтобы меня смотрело больше людей. Давай поговорим. Это будет ярко. И за это спасибо. Тихо. Угу. Не хватало нам еще паники в городе. Так, стелс. И еще обо всем сразу сообщайте мне. Так, точно, сэр. Куда побежали? Блин, с одной стороны, даже хочется посмотреть, куда они побегут и что делать будут. Но мы не будем этим заниматься. О, это мужик, у которого прыщ на лбу. А, Элой. Здорово. Мы укрепляем оборону на западном пряжи, кряже типа. Возле шпиля. Послали весть во все уголки Дома Солнца. Союзники предложили помощь. Одни хотят помочь, другие — отжиться. Но кто-то придет ради тебя. Оу, oh, меня? Yeah. Я знаю, ну, кто придет скрывай. Ради меня. Тут негр. Варл, но я не уверен, конечно. Кряж будет передовой. Так, господи. Городская стража там? Да, к ним примкнут те ополченцы, о которых я говорил. Орудия Азерам, совсем недавно громившие стены Меридиана, теперь защитят нас. Можешь осмотреть позиции. А шпиль? Эрента Авангард уже там? Эрента, да, тоже туда сходил. Полагаю, уже вовсю бьют себя в нагрудники и репетируют боевые кличи. Также к шпилю прибыли несколько воинов Нора. А то ваньянцы с королем наотрез отказались. О, я знаю, кто пришел, я знаю. Поговоришь с ними? Да. Поговорю, ну, что, изо всех сил. Только ждать атаки. Именно. Это чувство не назвать приятным. Но разведчики в знаке вечера сообщают, что на западе тихо. Так что, если у тебя остались дела, не теряй времени зря. В смысле? Если же нет,
Я распорядился подготовить для тебя дом, где жил Олин. Можешь поспать там, если уснешь. Угу. Какие у меня дела, так? Посетить оба рубежа, смотреть приготовление. Я бы на шпиль, конечно, сходил. Блин, там текста, наверное, немерено. Когда-нибудь я это прочту, но не сейчас. Такс. Так, раз, два. Ну, идем. Или это основное задание? Стоп. Отдохните. Нет. Нужно сюда и сюда посмотреть. Я воспользуюсь хитростью. Хоп. Сейчас с этими загрузками я не уверен, насколько это быстрее будет. У него нормально все. Все нормально. Этот с моего племени черный парень Варл. Я его приглашал даже. Пойдем со мной, говорю, в гору. Посмотрим, типа покажу тебе там такие интересные штуки. Но что-то не сложилось у нас с ним. О. А я уже ачивку, кстати, получил. Я разбил всех этих вот ребят. Для ачивки их надо было разбить только на территории моего племени. Эти уже никому не нужны, я так понимаю. Опа. Так понял, мы на всех фронтах будем обороняться. Тут прям пушку какую-то взять можно. Я тебя знаю. Я по бочку с ней прошел. Блин, может там остальные по бочке надо попроходить перед этой миссией, чтобы прям всех подтянуть. Петра. Черт. Вот и она, почетная гостья. Здорово. Я знала, ты особо непростая. Из той стали, какой куют вождей. И я это говорю не каждой девчонке, какую к нам занесет. И часто заносит? Ха, отбоя нет, стену построили. Хорошо, что я настойчивая. Ха, приятно с тобой поболтать. Марат попросил меня осмотреть арсенал. Орудия в порядке. Азерам свое дело знают. Эти орудия были гордостью источника. Я горда тем, что сделала их еще лучше. Да, орудия... Not bad у тебя. Могу испытать? Ну да, это все хотят. Давай, что ли? О. С мишенями-то справиться будет полегче. Блин, я их только что разбил. Черт. Щит. Неловко получилось как-то. Ну, давай попробуем. Оп. Вот это прикольная тема. Она набирает вот из этих угольков припасы. Оп-оп-оп-оп-оп. Это я зажимаю эту кнопку, а потом отпускаю, и оно фигачит. Тут и целиться не надо. Да, тут вообще целиться не надо. Видала? Бам. От такого любая машина на бок прятается. С такими орудиями можно любое войско остановить. Да, тема прикольная, я ее уже освоил. Так, а тут у нас кто стоит? Ну, с такой защитой, как бы нам вообще никакое войско не страшно. Посмотрите на этого парня. В каком-то фильме такого видел. Чё, она не будет падать? Ну? Так, забирай. Я так благодарна тебе за помощь. Это битва. Не знаю, как все пройдет. Мы с тобой еще увидимся, я уверена. Может быть, я все-таки переманю тебя на свободную гору. Петра, ты же знаешь, да? А, знаю, знаю. Ну, нравятся мне бойкие девчонки. Так она по девчонкам? Ну, не привлекает как-то, прости, Петра. Короче, у меня такое чувство, что это финальный замес. Его нужно отложить до того, как я не сделаю все побочки. Потому что там есть
ачивка, в которой написано, типа, заполучите поддержку всех союзников, что-то типа того. Мне кажется, это как раз оно, потому что сюда пришла женщина из побочки. Блин, а вот это клевое. Элида, вот это мне нравится. Я рада тебя видеть, но что ты тут делаешь? Помогаю с подготовкой. Будь Атрал здесь, мы бы сражались вместе, я знаю. Стараюсь делать, что могу. Копаю ямы, собираю травы. Словом, все, что потребуется. Я не смогу заменить его. Его никто не заменит. Но я здесь за него, за нас обоих. Да блин, я понимаю, уже, считай, все ачивки выполнил, кроме вот этих парочки. Солнце и тень сливаются на миг, на рассвете и закате. Вот, возьми это, на всякий случай. Но, надеюсь, не понадобится. Чего она мне дала? Спасибо, Элида. Береги себя. Противоядие. Я, честно говоря, ни одним не воспользовался. Вот это вроде одно или это, я не знаю. Хоп. Хоп. Ну, я сейчас со всеми поговорю. Блин, а ты что пришел? Костюм мне новый принес. Элой. Говорил же, что приду. Только говорил, зачем? Деп, но разве твои раны уже успели зажить? Если придется драться, я разойдусь по швам. Но не волнуйся, драться будут другие наши, возле шпиля. А я только принес припасы. Эти карха назначили меня почетным интендантом каким-то. Че? Внушительно. Ну, типа, мне да. Тоже нравится. Мы разложим под такими знаменами оружие и лекарства. Это все пригодится тебе в бою. Так, Элой, запоминаем. Когда ты вошла в город, богиня не сказала, у нас есть шанс? Я не спрашивала. Я знаю, нам это по силам. Может и так. Блин, ну хорошо, что он костюм мне не принес новый. Потому что, что бы там ни было, я этого брать не буду. Под какими знаменами припасы? Вот под этими, он сказал. Хотя зачем мне припасы? Господи, я же просто обмазываться этими припасами готов. В детстве я представлял себе все это по-другому, но поддерживать безопасность в городе тоже хорошая работа. Блин, а там одно из дополнительных заданий — посетить еще какую-то оборонительную фигню, но ее на карте-то и нет. Только одна штука, вон. А, оба оборони... Я понял. Все, мне не нужно объяснять, спасибо, не надо. Я все понял. Блин, а как же я туда залезу? Я помню один путь, но уверен, что он основной. Блин, и письма расшифровываются внезапно. Хоть садись и читай. Мы не будем этого делать. Ну, это же путь туда, правильно? Да. Стоит. Ты из моего племени, если что. Только я не знаю. Мы с тобой виделись в роще Банук. Да? Я тоже тебя помню, Нора. После твоего появления машины пробудились. В такой ярости? Ну, я не виновата. Нет, я благодарна. Той ночью я приняла решение не возвращаться в Банур. Теперь я буду охотиться здесь. Или не из моего племени. Как же много машин. Даже демонов. Ползают везде, шастают. Ни в одном нет синевы. Мертвые, которых нужно убить. Наши враги таких много накопали. Понял. Армию. Да. Потому-то я здесь. Ладно, подожду. Угу.
Ну, жди, жди. Смотри, не перегрейся тут на солнышке в своей шапке. Блин, не знаю, ничего не сломается, если я начну заманивать сюда людей из побочных заданий после того, как я уже начал эту миссию. Пофиг, иду. Охота на шпиль посмотреть еще раз. Ой-ой-ой, засмотрелся. Выше деревьев. Эти карха в своих доспехах, как индюки. Но их так много. А нас осталось так мало. Не они наш враг. Не в этот раз. Но вы сона. Избранная. Я уже пришла. Если чё. Вождь сона. Вождь, вы что-то не так? Нам, Нора, здесь не место. Мне здесь не место. Я сражусь с бесом, что угрожает нам всем. Да ты подумай. Но мое место на священной земле. Это все фигня. А здесь я словно хожу по наконечникам стрел. Простите, что так получилось. Не извиняйся. Это все кончится. Мое копье, мое слово. Клево. Спасибо, что пришли. О, это же наш парень. Ты что с подружкой пришел, не понял, а? Пес. Здравствуй, Алой. Нет, не кланяйтесь, избранной не нравится. Еще не нравится, когда ее называют избранной. Я очень рада тебя видеть, Вару. Че, может, пойдем? Ну, в что гору скажешь? Посмотришь там. Про меридиан. Я увидел много нового с тех пор, как тебя встретил. Спасибо тебе. Варл, что не так? Правда хочешь знать? Ладно. Я на чужой земле, на грязной земле, защищаю город безбожников, сочинил. Ни на что не похожий. От чего-то, чего не могу представить. А ты, после всего, что было, что ты сделала? Вроде бы надо пасть перед тобой на колени, но я знаю, ты разозлишься. Да, слушай, тяжело тебе. Спасибо, что велел мне кланяться. Только этого мне не хватало. Не сердись на них. Они здесь лишь потому, что избранная велела. И ты поэтому? Нет. Я пришел тебя увидеть, Элой. Ну, пойдем. И мы должны победить беса, потому что богиня сказала. Или ты сказала? Думаю, мы с богиней едины во мнении. Обе рады, что ты здесь. Я тоже. Блин, а это кто такая? Что-то он от меня скрывает. Называют себя затмением. А что это значит? Это когда луна заслоняет солнце, болван. Они думают, это грозно звучит? Не знаю, они из племени Карха. А Карха все время лопочут что-то про солнце и тень. А, ну если они Карха, что они нам сделают? Ага, их воины наряжаются как птицы. Мы им перья повыдергиваем. Вы уж не зазнавайтесь, парни. Гоп, стоп. Элой. Все повторяется. Впереди битва. Шапку нацепил. Только на этот раз враг вооружен куда лучше. Что у них там за армия? Армия живых мертвецов. Но их будет много, и у них будут машины. Если они прорвутся, гибель ждет не только Меридиан. С ним погибнет весь мир.
Да ладно, не страшно. Так? Да. Ну это не это страшно. Это по нашей части. А, парни, где всегда авангард? Фига. На передовой! А эх, почему? Какое? Ставь прочнее железо! Что будем делать? Будем бить молотом, пока не рухнут! Вот так. Молодцы! Слышала? Да. Авангард никого не пропустит. Сразимся за город. За родину. И за тебя. И за меня. Спасибо, Эрант. И за тебя. Эрза погордилась. И за нее. В случае победы. Да, ребят, 4 человека, это, конечно, серьезно. Но отдыхать нам, к сожалению, некогда. Шлем пилота, серьезно. Так, сейчас будем искать бомжей. Нашел я, короче, себе новое задание. Внезапно, пока искал всякие штуковины. Вот надо еще бомжей находить. Ну ничего. Блин, я вот не знаю, что это значит. Насчет этой ачивки. А, так, стоп, это не та кнопка. Что за черт? Так, секунду. Короче, приз — заручиться поддержкой всех союзников. Вот. Все возможные союзники встали на защиту Меридиана. Но, наверное, это оно. Надо, короче, в интернете посмотреть кому-нибудь. Я пока пойду у этого чувака искать. Блин, пипец, тут дождь пошел. Ну, с разбойниками я расправилась. Думаю, найти эту воительницу будет нетрудно. Улия. Это она. Вау. Может, костюм скрытности надеть. А ее просто убить там надо или как? Я же сказала, они придут! Топчите ее в землю! Нифига ты жирная! Окей. Классно уворачиваешься. Нормально тебе? Блин, а стрелы будут торчать? А словами перешить не получилось. Карха любят слова. Слова и кровь. Слова и кандалы. Да. Вот и билась как-то накт. Я бы взяла тебя в дочери. Как кто? Нельзя взять ребенка. Сильные отбирают у слабых. И становятся еще сильнее. История на моей коже. Взгляни. Дети, богатство, жизни. Земли. Все это было мое. И спей. Да ты на Капитана Марвел похожа. О чем ты говоришь? Что на твоей коже? Татухи типа? Ой-ой-ой. Нет, Ули. Мне. Да? Хватает своих историй. Я просто уже ОП, так сказать. Парень. Не все по зубам. Ну, то есть я девушка, но я парень. Ну, ты понял, короче. Чё это? Понял. Да, я остановила. Я всех остановила. Вы все сидите и ни хрена не делаете.
а потом меня благодарите. Вот сделали бы сами лучше что-то, я бы вас поблагодарила. Нет, нет, не дождусь. Да какие тенденции, видишь вот это? Это девушка. Но я парень, но я играю за девушку, понимаешь? Понимаешь, о чем я? Улавливаешь смысл? А мне там что-то надо было еще. Кожа гуся, я помню. Нужно хранить. А? Что я взял? А их тут две на куче сидело. Блин. Ну когда как получается? С юмором-то как бы дело такое. Как хочу, так и шучу, понимаешь? Это тоже было шуткой. Все, съел? Съел, да? Это, блин, ловчие шастают. Я не хочу с ними связываться. Сейчас они мне вообще неинтересны. Но что-то... Что-то тут гудит сильно, будто он ходит рядом. Дюк, отвали. Да... Чёртовы индюки. Пропустите. Не хочу. Помогите. О. Блин. Это просто отнимет лишнее время. Тихо. Мне сражений уже достаточно. Я победил и убил всех. Теперь надо искать кого-то. Так, это не здесь, я понял. Фига, кабанчики тут грозные. Кто там? Кто там стоит? Толганок. Клювожор. Ой-ой-ой, заметил. Ай-яй-яй. Что ж такое? Я вечно куда-то не туда. Давай, вылезай. Проклятый песок. Виртуальный ресторан. Какой песок? Где ты тут песок видишь? Это пиццелет. Записочки какие-то. Ой, ё-моё. Это ж этот, истребитель. Я таких тоже убивал. Сейчас тут местечко прикольное, не видел его никогда. Кабану. Здорово. Здорово. А я думал, пришлют воинов. Армия Великой Империи Карха, похоже, усохла в размерах. Как грустно. Впрочем, охотники за наживой умирают так же, как и прочие. Добро пожаловать в ущелье смерти. Ты серьезно? Я серьезно? Убийца. Мастер по ловушкам. Потому меня и упекли в ту вонючую дыру. Может, враждебный человек.
Так. Я не понимаю, мне его как бы убить вот так вот я могу. Ладно, мне лень что-либо делать. Те бегемоты, которых я приманил, случаем не убили я не был. Во-во-во-во-во, чувак. Должна разочаровать. Да. Вот что-то его колбасит. Мои игрушки. Они отвлекают меня от боли. Это он? Окей. Окей, получил пулю в лицо. Не оступлюсь. Ай. Да. Я чуть не умерла. А ты кто? Ой-ой-ой-ой. Мастер по ловушкам. Просто величайший. Неужели сейчас меня ждет ловушка? Я даже думать об этом не хочу. Блин, пипец, такого я, конечно, не ожидал. Особенно вот такой ловушки. Ну, работай. Не спеши, в лесу я. Как ты меня назвал? Опа. Опа. Ну и где этот враждебный человек? Блин, это враждебный кабан. Нифига себе. Туда ушел? Куда он ушел? Эй, мужик! Нет, мне туда. В ущелье. Понял, понял. В ущелье так в ущелье. Ага. Вот и наш враждебный человек. А его пометить нельзя. Да-да-да-да. Угу. Интересный квест. Ладно, так даже лучше. Но ты же пока еще не горишь. Что ты хочешь этим сказать? Подожди секунду, может я тебя отсюда... Шлепну, дружок. Что-то не сработало. Видимо, так нельзя. Ладно, иду. Плыву, может, еще гранату в меня бросишь? Нет. Братишка, вылезай. А ты настырная. Да уж, не говори. Как тебя достать-то? О нет, это что, взрыв? О господи. О нет, помогите мне. Спасите. Да... Блин. Куда что ли? Аккуратно. Береги пальцы. Только я не понимаю, куда. Лезть, тут паркур какой-то слишком сложный. А-а-а! Я как-то не на это рассчитывал.
Ну ок. Бомба, смотрите-ка. Чувак, ну ты как бы уже накаляешь. Интересный прыжок. Все? Кончились ловушки. Ох, какая жалость. Передай Еве, теперь я буду панькой. Мне пофиг на твою бомбочку. Что у тебя в руке? А это маленькая. Опа. Опа. Это я такой ужас слышу. Ну, умер за любимым делом. Ты шутишь, что ли? Это конец квеста? Я не знаю, что мне тут еще делать. Пойду искать третьего. Классно. Классно. Опа, и все. И ага. Так. Че там? Ачивку не посмотрел? Не, никто. В интернете что сделать-то надо? Поспрашивать в трактире. Я могу прочитать еще раз, как она звучит. Вот, заручиться поддержкой всех союзников. Сейчас напишу в чат. Вот так это звучит. А я иду расспрашивать кого? Она сказала. Местных? Блин, капец, у них тут прикольно. Последний раз, когда я тут был, этот трактир был пустым, мне кажется, если это он. Вот это я просто обожаю. Что ты обожаешь? Не о чем говорить. Конечно, о чем мне говорить с простолюдинами. Хоть я и дикарка. Ну че, чувак? Солнце свидетель. Рассказывай. Ты первая нора в этом доме. Найс. А Гаван к тебе заходил? Нет, впервые слышу это имя. Но у нас торговый город, здесь много людей бывает. И некоторые из них не хотят, чтобы их нашли. Не знаю я твоего Гавана. Если он злодей, ну, хорошо, что их тут нет. У меня много дел, девочка. Ты извини. Как-то неубедительно. Надо все осмотреть. Может, пожоке ему дать? Здорово. Мне повезло, что я сюда попала. Надеюсь, перемирие будет долгим. Чё она не показывает? Ой, ребята, а вы не из дома охотников случайно? Класс, выступают по всему миру. У них тур, наверное, какой-то. Ну ладно, может, они... Может, это и не они. Кандалы. Оу, бой. Они еще и в воздухе висят. Кого его? Трактирщика? Но ты пошел не к воде. И пошел не один. В смысле, не к воде, вот же вода. Ты о чем, девочка? Не к воде, а через воду, я бы сказал.
Ну идем, ну идем. Капец. Он примечательный. Так, интересная тут ущельница. А? Ёлы-палы. Деревья падают. Это пилозуб валится с бурдюками, походу. Или они вместе на кого-то нападали. Видимо, разошлись уже все. Блин, надеюсь, мне не туда. Кого встретил Гаван? Друзей или врагов? Хотя мне должно быть без разницы. Да мне и без разницы. Угу. Они приняли его не очень радушно. Не вздумай терять сознание. Я с тобой не закончил. Раз ты сбежал из солнечной скалы, уж пару порезов всяко стерпишь. Только ты же не сбежал. Ты стукач. Решил заложить нас меридиану. Теперь я здесь командую. Станешь для всех уроком. Чувак, иди нормально. Ты туда не ходи, дружок. Эй, твоя подруга, Гаван. В смысле подруга? Ты же меня не видел даже. На нас напали! Серьезно? Что еще? Этот бой был тоже брутален. Не знаю, как я справился. Возьму-ка я вот ствол, типа буду более угрожающе. Ну чё, парень, а? Доигрался, да? Ну рассказывай. Ой, упал ствол. Потащишь меня обратно в солнечную скалу? Я тебя убью. Ну что ж. Гашив сделал все за тебя. Говорят, что ты сделал это ради наживы. Это правда? Да какая разница? Ради больной мамы. Ради бедных детишек. Но это ложь. Весь тот год в заперти я жалел, что убил стража. Так я попался. Можешь так и передать своей Еневе. И все, мне даже не пришлось ничего делать. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Никому такой смерти не пожелаешь. О, господи. Блин, нужно облегчить его страдания. Это опасная штука. Это опасная штука, но она как раз для таких целей. Уверен, что я лучше сделал. Тебе нормально? Сюда как-нибудь она. Вот так. Ну, вроде полегче стало немного. Но все равно что-то фигово ему. Что же с человеком сделали свиньи? Не понял. Так, все, возвращаемся. А можно? О, можно. Все, поехали. Так. Что же ждет нас дальше? Она, кстати, вот эта Янева, это у них в племени Карха, вроде бы, она женщинам нельзя носить доспехи, типа, и воевать, но это она похожа на женщину, но она говорит, что она, это он, и я немного запутался, это действительно такой парень-дрищ, или это женщина, которая очень хотела воевать. Сейчас посмотрим. Или она просто типа рофлит такая.
как в первых «Пиратах Карибского моря», по-моему. Там Элизабет такая: «Ууу, давайте, мужики». Дом Солнца безгранично признателен ну вот, тебе это за женщина. Оказанную помощь в час нужды. Это официальный ответ. А хотя не самая симпатичная. Что дело сделано, видно по твоим глазам. Двое погибли по своей вине. Третья дралась до последнего. До последнего. Не ты бы их убила, так кто-то другой. Но жертв было бы больше. Этим и утешаюсь. Умница. Вряд ли мы еще увидимся, так что иди в свете. Знал, что рано или поздно Азерам попытаются убить короля солнца. Ну типа, пойдем со мной воевать в Меридиан. Клинок правосудия тяжел. У тебя сильная рука. Что он невиновен. Он должен заплатить. Без разгрунда тут стало потише. Приходи. Приходи, короче, жду. Так, ну это можно будет выполнить или нет? Лучше поискать углебрюха. Это хоть интересно и весело будет, я думаю. Это от дома охотников задание. Тем более недалеко. Может, загрузка быстрее будет от этого. Но не похоже. Слушай, че, хочешь полонеза доесть? Я его не могу. Наверное, выброшу его. Так, тут у нас ходит длинношей красавец. Ладно, как хочешь. Но мы идем искать углебрюха. Это какой-то самый опасный из громозевов, типа динозавров этих. Чё смотришь на меня? Чё смотришь? Но нет на мне моего костюма скрытности, по которому я скучаю. Но я могу его надеть, конечно, но броню-то я зачем тогда выбивал? Ловчих тут еще не хватало. Где они? Блин, они прям здесь. Ну, я понял. Киса, тебе не надо. Ой. Ой-ой-ой. Кажется, там что-то происходит. Ой-ой-ой-ой-ой. Сколько Асис вам заплатил? Это она. Асис заплатил. Вот же сволочь. Это главный из дома охотников. Хрен. Самый главный. И самая главная крыса. О. Рассаживают трохи. Нормальные у них какие-то луки. Практически на пол хп с одного выстрела. Блин. Умирай, пожалуйста. Ну, что, целишься, да? Ну что, идешь, да? Идешь, воюешь. Или там еще кто-то есть, я не знаю. Еще один. Углебрюк, где Талан? Че крадешься, мышь? Ладно, крадемся. Давай. Спасибо. Стоило ожидать. Асис нанял громил, чтобы не подпустить меня к добыче. Они погибли из-за его гордыни. Асис. Где он сейчас? Пошел за углебрюхом. Идем. Идем, идем. Да-да-да-да. Я тоже хочу. Ну идем. Ну идем. Он тщеславен. Не хочет делить победу со своим дроздом. Мой наставник поступил так же. Пошел на углебрюха без меня. А ведь он знал, что нам нужно сместить Асис.
Ну, я с тобой. Я твой дрозд, ты мой ястреб. Но ты, наверное, умрешь, и я стану ястребом. Ну, по-другому никак, подруга, прости, это же бизнес. Не хочу тебя добивать, конечно, но... Как бы, а как мне еще ястребом-то стать? Иди давай! Я не знаю, куда Асис и Углебрюх пошли дальше. Могу их выследить. Выслеживаю. Проверяй. Сюда. Эти деревья повалил Углебрюх. Лола, зачем мне следы? И так вроде вот видно. Кажется, я нашла, когда он уже был при смерти. А с отцом я даже попрощаться не успел. Ты о чем? Где был Асис, когда умер твой отец? Наблюдал. В тот день он стал ястребом солнца. Но не хочет Углебрюх. Вот он. О, ты не договорила. Асис хорошо держится. Лол, он просто стоит у него перед лицом. Ой. А, ну нормально. О, а надо было хвост отстреливать. Вот я всегда так делаю. Ну, чувак, и лошара, конечно. Блин, может она просто станет ястребом солнца, а я обычным? Мне такой расклад подходит. Да что тут потеть, господи? Отстреливаешь ему хвост. И все в порядке. Только попасть еще в него. Ладно, постреляю еще немножко. Таланты нормально. Походу хвост минус. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Да, хвост не на месте. Блин, а где твоя пушка? А, мистер Громозев? Чё, буйный, ёпта? Так, кстати, я же ему отстрелил его вторую пушку. Где она? Я хочу как бы ей воевать. Берегись дисков! А, я не отстрелил, я понял. Давай. Отдавай. Спасибо. И это вырубай. Это мне не нравится. Да, теперь он своим ртом стрелять будет. Ладно, уходи оттуда, я буду из дискомета стрелять. Давай. О, правильно. Правильное решение. Где он только? А вот. Так, давай, Талана, давай, воюй. Нет! Не попал. Братишка, отдохни уже. Хватит тебе воевать. Так, это не то оружие. Канатомет мне нужен. Отдыхай. Блин, что-то не канатится. Отдыхает. Так, вроде бы вот это повышенный урон по броне наносит. Так, а что ты уже расканатился? Ау. Блин, чё началось? Чё началось, братан? Я же типа уворачиваюсь. Какие-то он такие атаки проводит странные.
внезапные. Куда пошел? Вернись. Еще одна бочечка есть. Получается, он едва живой. Давай, Талана. Такую я ему жопу настреляю. Стоять. Да, вижу, сам вижу. Мы же кончились. Чё буйный такой, а? Да, обычно у них есть два дискомета, поэтому убить немножко легче. Получил по мозгам. С двух дискометов у него там жизни остается где-то типа 1/5, наверное. Клянусь солнцем, мы победили! Ну, это все, что у него было. Ой, стыгло. Мы сработались. И ты... Ястреб солнца. Послушай. Что послушай? Что послушай? Где этот-то чувак? А, вот. В помойке. Асис. Ну что, доигрался, да? Талана, он еще жив. Уйди от меня. Отродье дикарское. Да замахал уже, блин. Больше ты никогда не будешь поганить наш дом. Я берег его в смутные времена. Нет. Что? Похоронил. А, вместе дом? С памятью о моем отце. Мне надо было. Надо было. Ты говори нормально. Надо было сначала вас пустить к углебрюху, чтобы он устал. Зря. Да. Зря. Здесь покоится ястреб Асис. Мне даже жаль. Мне нет. Ты что, по нему скорбеть будешь? О, нет. В натуре. Мне жаль, что он не увидит, как я займу его место. Ну да. Ясно. Надо было ему сказать, когда пока он не сказал время, зря. И так зайди да. в дом. Новый ястреб солнца окажет тебе радушный прием. Окей, ты на бой придешь, типа, теперь или нет? Скажи. Ладно, в дом охотников я зайду... Ну, это же прям там же, где и основной квест начинается. Зайду уже потом. По сути-то осталось два, ну, еще три задания и все. Полетели. Бил хищное задание в счет не идет. Его уже потом начну. Так. Подзаряжу телефон. Перед уходом показываю ручку.
Хочется основной бой, конечно, но, блин. Что поделать? Нужна поддержка с воздуха. Три мертвых дерева, как сказала Ванаша. Посмотрим, был ли здесь Утит. Следы ведут на этот гребень. Видимо, это и есть зеленый склон. Иду. Вот это зеленый склон. Это квест женщины, которая была на этой, блин, короче, в этом городе, я не помню, как называется, там, где арена. Закатная крепость. Хотела со мной побазарить, а вот и побазарила. Теперь бегу на зеленый склон. В темноте я даже не вижу, насколько он зеленый. Здесь следы обрываются. Дальше надо лезть. Да вон же следы. Отображу на всякий случай. Хотя тут путь наверняка один. В помойку. Нифига тут прыжок. Я уже думал, опять не получится. О, солнце встает. Это радует. Это мне нравится. А путь я отображаю вообще? Черт возьми, дальше-то куда? Я не уверен, что это правильный путь, но пойду уже как смогу. Или не смогу. Угу. Да, немного неловко получилось. Но ничего страшного. Все-таки этот паркур не с первого раза он всем дается. Время я сюда залез. Прикольно тут прямо. Прям как у нас в Карпатах, я бы сказал. Один в один. Объедки. Объедки? Тут он выжидал, нет ли погони. Неопознанные, наверное, летающие объедки. Буду нагонять. И устрою ему нагоняй. Твоя машина. Утит охотился. Ну, охотник, он не самый выдающийся. Рыскарь просто, как бы. Вау. Жвачник. Он забрал. В смысле? Наверное, Утит собирал детали для оружия. Шершины ищут добычу. Опасность. Величайшая опасность. О, отстрелил.
получай. Нет. Ладно, ребята. Горите в аду, пожалуйста. Летающие враги. Отдохни ты уже. Тит, выходи. Да. Это кто? Тит завалил лиходея. Непростая добыча, но хорошая. Вот. Это уже найс, парень. Ну-ка. Ой. Чё, пушку отбить нельзя, да? Нет. Мёртвый рыцарь. Утит набрал детали. Да, ладно, хороший охотник. Всё, забираю свои слова назад. Не обижайся, Утит. Так, не обижаешься? Подумай, у меня броня, не пробьешь. Вторая будет в сердце. А первая куда Тит? Была? Охотница за головами? В голову? Ты же еще соплячка. Я не охотиться на тебя пришла. Ты ни в чем не виноват. Не виноват? Ну ладно, если это хитроумная западня... Ты заслужила добычу. А, ну нормально все. Получилось. Он не обижается. О, лекарство. Давай. Ну, рассказывай. Никаких уловок. Честно. Честно. Хорошо. Говори. Что случилось в закатной крепости? На самом деле. Ну, слушай. Долго. Каждую ночь в палаточном городе кто-то умирал. Всегда во сне, без борьбы. Старики, больные, иногда дети. Те, кто не мог сражаться. Я не сразу понял, что их убирают. Но кто это делал? Пневмония, может? Что злой дух. Но это был человек. И тихий яд. Мы поймали его не сразу, но поймали и привели его Бахавасу на суд. Ну, верховному жрецу? Это он назначил за тебя награду? Да. Он похвалил меня за рвение и велел стражам отпустить убийцу. Ясно? Потому что это был его слуга. Понятно. На нас набросились. Надо было мне умереть там, с моими верными воинами. 20 лет я служу солнцу. И что? Я вижу лишь подлость. А честь, жертвенность, настоящая, та, о которой ничего не знают жрецы, ее здесь нет. Где она если есть? Если волнует честь, иди лучше к Карха Солнца. Они занудные, конечно, но хоть честные. Карха устраивали набеги на твое племя, на все окрестные племена. Такова была воля солнца. И я подчинялся. Иные шли дальше. Но, как и их капитан... Утит, не важно, что ты сделал. Не мне тебя судить. Но Карха солнца изменились. И ты можешь. Возможно. Да. Ават не понимает, что солнце требует от своих воинов. Или понимает слишком хорошо. Ты прям как Марат безгрешный. Ты хороший человек.
Но почему ты вообще служишь Карха Тьмы? Зачем? Ради Идамена. Ведь он же истинный король. Он же просто ребенок. Да. Идамен чистый лист. Он ничем не запятнан. Но его обманули. Школьники нравятся ему какие-то. Теперь я это вижу. В полдень не бывает тени. Небо Хавас опозорил мое имя. Я сделал это сам, служа ложному престолу. Дошло. Я знаю, кто хочет тебя спасти. Это женщина, Ванаша. Но прежде тебя нужно вытащить. А ты кто? Вроде охотница, а приказы раздаешь как воин. Но воин-то не охотница, по-твоему. Наемники. Думаешь, пришли объявить, что я не все. Виноват? Зря ты покинул долину, Карха! Эти горы принадлежат нам, убийцам Кикука! Кикука. Ребят, угомонитесь. Теперь от тебя даже слабого эха не останется. Слабого эха. Я думал, мокрого места. Будто нарочно хотел устроить зрелище. А тебя не проведешь. Я нашел ее! Похоже, она хочет драться. Да, блин, ты жопу свою забери, а? Дружок, я тут воюю немножко. Считай, что тебе повезло. Обычно я не промахиваюсь. Ну, ты промахнулся. Как и я. Куда пошел? Измотайте меня, пока я вас убиваю, типа, или что? Не допрыгнул. Бам! Когда у вас отряды кончатся, ребята? Попало. Это не последнее. За мной. У меня припрятаны стрелы. Да у меня есть стрелы, расслабься. Не хватает. Ну, поднимитесь на уступ. Че, мужчины вперед, да? Я подсаживаю. Ну, ты классно придумал, чувак, конечно, да. Великий джентльмен. А я сама, типа, залезу, да. Руку мне не надо, ладно, спасибо. Набирай все, что успеешь. Ну, раз ты настаиваешь, то я набираю. Древесника немножко наберу. Ну, а дальше что? А... Немного я успел набрать. Че, кого привели? И эти тут что делают? Всегда приятно, когда жертва отчаянно обороняется. Че, все племена соберутся его ловить? Я не понял. Мы привели сюда жреца, пора начинать зрелище. А-а-а. Да этот пришел, козел главный. Капюшон. Или у меня с Бахавасом есть разговор. Ну да, это он. Будет сложно. Боюсь, ты выбрала не ту сторону. Я не собираюсь сегодня умирать. Да? Спорим, не будет сложно. А я вот с утра собирался. Придется план это тебе изменить, дружок. Блин, чувак, что у тебя с головой? Почему она... на стрелу не ложится. Да. Да, бежите. Женщина, я не танцую. Берегись, слева. Так, по местам.
Да, очень жаль, что я не попал. Было бы весело. Так, ну-ка. Оп. Не попал. Все приперлись, ребят. Идите отдыхайте. Да блин, что вы на меня прыгаете вообще? Заняться вам больше нечем. Ну вот и все монстры. Бахавас надеялся спрятаться за их спинами, но теперь у нас есть шанс. Ты со мной? Да, поднимитесь на уступ опять. Ну понятно, блин, что за козел? Вот если бы он меня подсаживал, я бы к нему лучше относился. Но вот это уже несерьезно, он сейчас меня не вытащит. Ладно, вытащил, спасибо. Будет непросто. У Бахавса все еще есть охрана. Да я тут залезу. Не против? Блин, он меня опередил. Туда, и мы его настигнем. Запас карман не тянет. Теперь уже согласен, действительно не тянет. Ну здорово. Я пришел за тобой сам. Прекратить твои страдания, Утит. И свои. Нас привели чужаки. Цену заломили. Хорошо, что мертвецам не надо платить. Но довольно слов. Перейдем к делу. Убрать их с глаз солнца. Окей, ребята. Окей. Возьму-ка я взрыв, прощу. Стикарки снять скальп. Мне кажется, она нормально заработает. Они жирные. Проща, отстой, честно говоря. Так, почему ты не ударила с первого раза? Ты где там сидишь, козел? Блин, его как будто можно убить. Чё там? Да иду, чё махаешь? Ну. Ага, ну, чё там, солнце, да? Как обычно. Это вообще не прикольно. Блин, одни и те же цены показывают. Да, с побочными квестами тут как-то. Плачу вдвое. Четверо. Кто он? Нет. Мне все это надоело. Твоя ложь, твоя жестокость и твои благовония. Ты ведь сам себя не убьешь. Это было нужно.
убрать слабых, чтобы дать шанс всем остальным. Пустые слова. Говори нормально. Может, солнце найдет каплю блага в твоих иссохших костях. Чё кривляешься? Все, докривлялся, парень. Беру под ребро. Блин, я хочу его шапку померить. Ну, вы устроили спектакль. Ну, здорово. Ну, ты-то придешь драться за меня, не правда? Я торопилась. Занята была? Куда, по-твоему, делись изгоя Яна? Еще один отряд наемников. И нужно было организовать доставку беглеца в Меридиан. Дай приходи. Нам поговорить, Утит. О женском. Приходи. Я поражена до глубины души. Надо же, хитрый Бахавас попался в свою же ловушку. Его смерть открыла нам новые горизонты. Юный Итаман и Насади, его мать, живут в закатной крепости, как заложники. Без Бахаваса про них на время забудут. Хочу их вытащить. Ты поможешь мне? Похитить короля Карха Тьмы не такая простая задача. Да он школьник. Он готов идти в Меридиан добровольно. Откуда ты знаешь? Я была прислужницей у Насади. Она боится. За себя, конечно, но еще больше за Итамина. Утит? Что теперь будет с Утидом? Не бойся. Ты дала ему второй шанс, а я о нем позабочусь. Он отправится в Меридиан военным советником. Он поможет Аваду положить конец мятежу Карха Тьмы, пролив как можно меньше крови. Что будет в крепости после смерти Бахаваса? О, там будет прекрасно! Жрецы в панике, подковерная борьба, склоки, дрязги, ножи в спину. Душа радуется. Но главное, они отвлекутся. Звучит как праздник. Бахавас, твоя жизнь принесла столько несчастья, но твоя смерть — истинное благословение. Оу, Оу, что нужно, чтобы вывести нас с Ади и Итамана? За ручку взять. Их теперь вывести несложно. Я смогу сама. Сложнее будет переправить через границу в Дом Солнца. Блин, за ручку просто через границу. Найди трехпаловых ладив. Угу, его люди должны были расчистить нам путь. Надо будет проверить. Так что просто иди туда и жди меня. Иду, иду. Если путь тебе уже расчистили, зачем нужна я? На всякий случай, охотница. Что-нибудь сорвется, и тогда мне пригодится хороший бой. По-любому сорвется. Ладно, я постараюсь. Она сказала, ты мне поможешь. Мы идем в Меридиан? Ну, если ты хочешь, милый. А у меня есть выбор? Никакого. Я просто вежливая. Думаешь, Ават примет к себе того, кто служил его врагам? Он великодушный. Просто улыбайся. Улыбайся. Умеешь? Ну, блин, она интересная такая. Я бы лучше за нее играл, честно говоря, чем за эту Элой. Веселая такая. Так. Иду. Блин, костер. Сюда лучше. Сейчас все сделаем. Все пройдем. Всех расчистим. Осталось же не так много. Барашек, ты ачивку мне не посмотрел, что надо сделать? То я так и не знаю. Не-не-не-не-не-не-не, быки, не-не-не-не, не быкуй.
Я себе пойду. Ну, может, я зря все это делаю вообще. Так, стоп. Что началось? Сколько у тебя лап осталось еще? Блин, да как они продолжают закапываться? Я мало лап им отстрелил. Все, дружок, ты теперь хрен куда-то копаешься. Атаковать через секунду друг после друга. Это нечестно. Да,
Давай, воюй. Братишка, ты куда пошел? Воюй дальше. Надо бы древесника немного подсобирать. Эти камни грызы. Все, вообще придумал. Я думаю, они меня в покое не оставили. Пока бы я их не убил, они просто ползали за мной и ползали. Чего? Тут вроде залезть можно. Что это? Постарайтесь ради нового рассвета. Песенка. Интересно. Все, ребята, я пришел. Тут у вас есть древесник в коробках? Лекарства всякие. Ну, окей, годится. Трехпалый Huawei. А где трехпалый? Это ты, трехпалый Хуадив? Я от Ванаши. Что случилось? Надули меня вот что. Ванаша похлопала ресницами, повиляла задом и посулила сокровища. Расчистите дорогу, сказал. Я бы посмотрел. Стражи и продырявите пару душ. Плевое дельце. Она там под землей поджидала это клятое чудовище. Вечно меня смазливые бабенки за нас водят. Что, мне еще одного убить надо? Я почему ты решил, что только что двух вальнул. Мы пришли, если потому что польстились на щедрые награды. Huawei не она надо. Она предложила самую щедрую, до старости хватило бы. Да я и сам виноват, что клюнул. Мог бы и понять, что так недолго и башки лишиться. Значит, ну, окей. Ванаша хотела увести нас с Ади и Итамена, но ничего не вышло? На словах у нее все звучало так просто. Сейчас найти расчистил. Короткий путь к озеру. Ну и конечно, что может пойти не так? Я уже двух так расчистил, все, успокойся. Вот, успокойся. К примеру, можно угодить в пасть мерзкой хищной твари. Никак не угомониться, чудовище. Напали из-под земли? Я знаю. О, даже как кто. Как ты догадалась? О. Я-то подумал, почему кархать мы не стерегут перевал? А им и не надо. У них там вместо стражи демон камней. И вылазит из-под земли, разевает пасть и начинает плеваться вот такими каменюками. Да в меня побольше кидались, если честно. А вот остальным не повезло. Я бы даже всплакнул. Не будь они законченные проходимцы. Нужно убить эту машину, естественно. Мне нужно скорее уничтожить эту тварь на перевале. А ты умом не блещешь. Чего? Но она нас быстро разметала. На. Кое-что я разглядел. Двух, пока она сюда шел, ты понял? Брони поменьше. Ага, когда да, рассказывай. Под землю, спасибо. Надо замереть, может сработать. Можно даже помешать ей зарыться, если как следует вдарить ей по ее кривым лапищам. Спасибо. Больше мне нечего сказать. На твоих похоронах буду иметь скорбный вид. До третьей чарки.
Классный чувак. Третий чарки горит. О, второго. Как к вам спуститься бы? Поберегись ко мне, Ед, я уже ползу. Нормально он меня встретил. Замереть горит. Замер, проверяй. Стоять! Лапу свою давай сюда. Это вот она. Все, парень, добегался. Атакуй. Подумай. Неудобное у нас тут местечко для драки, дружок. Блин, а мне с этого ракурса и стрелять неудобно. Ну ладно. Изи. Сейчас у меня привалит своей башкой, и я умру. Ох, Huawei расскажу, не поверит. Древесника бы немного, это что? Да, это братишка твой тут прилег. Возьму дорогу. Сейчас я немного лекарств подсоберу. Их тут дофигища как раз. Добрый путь. На изичах просто, на кончиках пальцев геймплей. Блин, да сколько я обходить буду эту скалу? Где-то место, как я залазил в прошлый раз. Пропустил, похож. Оп. Вот так вот я подъехал. Мне тоже не верится. Я думал, этот камнеед сотрет тебя в пыль. После такого чуда остается ждать. Скоро прибудет Ванаша и лодка для того, чтобы переправиться на тот берег. Ну, я ждать не собираюсь, у меня другие дела.
ты кто? Тванаша приоделась? О! А, юная охотница, я рада, что ты согласилась мне помочь. А где же твои люди? У тебя вид, будто тебя пожевали и выплюнули. Ну, в общем, именно так оно и было. Путь свободен. Идем? А ты всегда сразу переходишь к делу, умница. Надо спешить, будет погоня. Не бойтесь, ваша лучезарность. У вас прекрасная охрана. Блин, Ванаша. Почему всегда не ходила в таком костюме огненном? Ну, это, походу, один из каких-то более главных квестов. Тут вон заставки такие. Она-то верняк придет мне помогать. Если не придет, я буду разочарован. Ох ты. Чего вы орете? И они на меня очень злые. Я их задержу. Спасибо тебе, конечно, но раз я это начала, я и закончу. Хотя от помощи не откажусь. Давай. Хуадив, веди Итамина и госпожу на берег. Бережно. На берег бережно? Сейчас начнется. Должна признать, после 2 лет под пятой этих фанатиков, я буду рада пролить чью-то кровь. Да, мы теперь как напарники. Блин, ловушки расставить. Я никогда этого не делал. Ладно, возьму Так, это здесь нитимет. Сейчас раскидаем. А, у меня еще есть вот такие ловушки. Ну, типа, ставлю, да. Как Фултон какой-то, блин, они что, их не заметят? Ща, подруга. Пару ниток еще раскину. Я вообще с той стороны ловушки расставляю, я не знаю, честно говоря. Вот они. Что ж, давай их накажем. Идут. Я там расставил. Че, ребят, нитку-то не видно, да? Ну, вылезай. 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 Вылезай, вылезай. В голову не попал. Занимательно получилось, но это еще не все. Стрела в колено получилась. Еще пожаловали. Приготовься. Блин, а я же не такую нить ставил. Что-то не то получилось. Я разве электрическую кидал? Хватит ныкаться там. Я даже слегка запыхалась. Ты шутишь, наверное? Где она вообще? Стоит просто, ничего не делает, запыхалась. Нафиг я столько ловушек расставил вообще? Для кого? Боюсь сглазить, но вроде это все. Что-то вы припозднились. Простите, лодка ждет. Вот я и сглазила. Ну, этот мой. Ловушки. Идите стоят. Это, боюсь, мне уже не по зубам.
Если с ней что-то случится, я очень рассержусь. Никуда мы не пойдем. Да уходите, чуваки, нафиг вы не нужны. Мешать-то... Ладно, ребята, спасибо, что пришли. Земля вам пухом. Надо сбить ему второй дискомет. Немного не так это делается. Да, вот так это делается. Охрана! Охрана на помощь! Охрана! Охраняйте! Блин. Так и промазал одним. Специально еще ждал, целился. И опять промазал. Блин, хвост, я про него и забыл. Это же самое худшее. Попал. Ну, пожалуйста, хвост. Так, братишка, я возьму твой ствол. Фух. Хвост. До свидания, хвост. Не отвалился почему-то. Я ненавижу твой хвост. Он меня боднул. Это не то, что мне нужно, я думаю. Блин, оно его... Сработало? Да. Офигеть. Никогда раньше так не делал. Thank you. Кто бы ты ни был, я не знаю.
успокойся, успокойся, парень. Так. Бррр. Изи. Особо интересные вещи. Thank you. Оп. Блин, пришли уже иностранцы, пора иностранный стрим заводить. Зрители-то подтягиваются, а я на корпоратив сейчас пойду. На PlayStation какой-то новый подписчик в PSN. Класс, класс. Всем спасибо. Или как там надо говорить? Спасибо за подписку. Все, я уже иду. На прогулочную лодку не тянет. Что ж, выбирать не приходится. Давайте, залезаем. Окей. Погнали. I'm on a boat. Извиняюсь. Это большое дело. Может, война теперь завершится? Нет, подруга, может, приходи-ка со мной на войну. Закончили. Да. Приходи. Жду в гости. В таком костюме желательно. Блин, это выглядит будто конец игры, я не знаю. Плывем такие крутые. Смотрите на меня. Я Элой. Какая-то негритоска. Еще одна. И школьник. И трехпалый хрен, который бухать будет на моих похоронах. Оу, oh, еее. Yeah. Встречайте героев. А чё никто не встречает? Давайте, ребята, приходите. Выпивка за наш счет. И король даже приехал сюда, в этот Мухосранск. Итамэ, брат мой, теперь ты дома. Тебе нечего бояться. Теперь ты под защитой дома солнца. Моей защитой. Малыдка, чё? Твоя мать. Ее не тронут. Ведь мое слово — закон солнца. Элой, ты делаешь для Дома Солнца так много. Но вы для меня так мало. Твоя помощь поистине бесценна. Согласен. Мы будем вечно благодарны. Благодарю тебя.
пребывай в свете. Ладно, буду. Убедил. Вот так вот? Я 2 года готовила их побег на запретном западе, а вся слава рыжий. Потому что я не черная. Мне это хоть заплатят? С тобой я поговорю еще. Без тебя я бы не справилась. В другой раз я отблагодарю тебя. Обещаю. Да, оп. Погляди, что у меня. Ну, у меня-то что тут? Оп. Все, у меня уже ничего интересного. Помочь беглецам. Но это не та ачивка, которая нас интересует. Но это, конечно, тоже. Блин, что-то у них всех текстурки подгружаются. Так, нет, ладно, одно сердце я оставлю. Блин, я не знаю, мне даже теперь хочется это все оставить себе. Ну вот это, возможно, мне пригодится. Ну а в остальном... Даже не знаю, зачем мне нужно костистое мясо. Не. Модификаторами можно просто обмазываться. Это предметы первой необходимости. Лучшие товары, хорошие цены. Ну ок. Мне нужно еще 6 очков навыков. Ну, осталось это и это. Совсем немного. Ну, мне, наверное, уже пора собираться. Так что сейчас сохранюсь тут на костре. И уже до следующего раза. Я не знаю, во сколько я сегодня приду. Но если я буду в кондиции, так сказать, то можно будет поиграть еще перед сном. Или так не получится. Посмотрим. Кое-кто там на работу ходит. Или сегодня же выходной, тебе не надо на работу, там, барашек. Так, я хотел сохраниться просто, пожалуйста. О, могу. Так, у меня есть комменты, которых я не видел. Можно заканчивать. С коршунами я разберусь уже в следующий раз. Тут просто паузу поставлю. Да и все. Все, спасибо за просмотр. Увидимся в следующий раз. Пока.